Часы пустить. Пара большая. Поехали. Добрый вечер. Сегодня у нас 12 января. И это Лейпциг. Закончились новогодние праздники. Правда, сезон я еще 2 числа открыл на Ан-74. Но сидел, ждал самый большой самолет. Но он откладывается. Поэтому решил, чтобы не терять квалификацию, попал в Лейпциг. Попал не совсем, ну, привычным способом. Таким образом, мы вчера телепортировались в Лейпциг на вот этом самолете. Нам любезно технический состав предоставил место в своем отсеке герметично на второй палубе. И мы 2 часа 15 минут проведем здесь. У них довольно комфортно здесь. Там сзади видно, кухня у них есть. Там дальше санузел, аварийные средства покидания. И сзади вот здесь вот спальня. Так что можно жить долго. То, что они иногда и делают, да. Ну, а мы в Лейпциг. Да-да, именно вот так. А сейчас я сажусь на вот этот прекрасный самолет. Для того, чтобы, как я сказал, не терять квалификацию. Пару недель полетаем. Это Ан-124. И есть у него буковка М. М модернизированный. Сейчас покажу, что там было модернизировано. И летим мы в Пизу. Лететь недалеко. Здесь я сейчас видим, грузится эстакада. Она будет необходима для дальнейшей работы. А эстакада грузится с помощью наших работников. Коля, он мастер на все руки. Он может на Мерседесе ездить, а может и на вот форклифте. И тут вот ящички такие красненькие. Все, давай. Сейчас осмотрю самолет и пойдем готовиться к полету. Вот Серега разговаривает по телефону. А вот это наш самолет, как я сказал, на ближайшие 2 недели. Ан-124-100М. Все, пошли готовиться. Вещи были забраны из офиса. Это наш модернизированный самолет. Основное, что тут ФМС вот поставили, это впереди большой экран и пульт управления ФМС. Так что летать совсем просто стало. В том, из модернизации у этого конкретно самолета руды другого вида. А почему? Потому что реверс другой, что стало значительно проще летать. И, конечно, самый большой кусок модернизации у нас один борт-инженер. Вот его рабочее место раньше было развернуто. Был старший борт-инженер, борт-инженер по АО. А теперь вот такое. Поэтому самолет стал 4-членным. А нас 8. То есть у нас 2 командира, 2 вторых, 2 штурмана и 2 инженера. Двойной экипаж получается. Второй пилот Валера Рыбин. Вот. Штурман Францишка хотел сбежать. Он не любит сниматься. Хотел сбежать. Вот. Хорошо. Еще будет. Второй пилот Кирилл. Сегодня будет радистом. И Петя читает замечания, которые нам оставил предыдущий экипаж. Что-то их там много. Так что по наследству достанутся. По наследству, да. Так и живем. Остальных членов экипажа потом посмотрим. Еще наш командир Петя. Вот. Там Андрей. Все скрывается. Штурман. И вот наш еще один борт-инженер Александр что-то усиленно пишет. Готовлюсь к полету. Понятно. Находится на своем рабочем месте. Я хорошо у вас. Ну, так как мы сели на самолет, ну тут процедуру одну сейчас выполним. Проверяем концевые выключатели, которые установлены на рудах. Там включил Петя ИСУ, включил. По одному. Включил ИСУ. Сейчас будет выводить.
И... Ну, сначала там у меня загорится. Да, 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 да. Сейчас мы. Он выводит, и тут вот загорается ИСУ на резерве. Вот. Дальше. Стояночный тормоз. Тут теперь следующее должно. Только что надо. Сейчас на чуть-чуть. Ну, хорошо. Ну, давайте. Так, выведем дальше и загорится. Яркость добавить надо. Давайте. Сейчас загорится, стояночный тормоз включен. Все, ну, даже на 45. Соответствует. И такой основной сейчас еще будем проверять концевичок, который взлет запрещен. Работает по нескольким концевикам на самолете. И мы это проверяем прямо на... Вот, вот сработало. На 81. На 81, да, сработало? Все, да. Хорошо. Убираем все, будем знать. В исходное положение. Итак, все четыре двигателя. Хорошо, часы пустить, фары большой, фары большие. Поехали, экипаж. Есть. Хорошо, по команде. Установлен номинал. Номинал установлен. Обороты растут. Растет скорость. 150 контроля. Норма. Номинальный. Параметры в норме. 190. 210. 230. 35 рубеж. Продолжаем. Подъем. 200 полсотни. Поднял. 260 отрыв. Шасси убрать. Да, шасси убрать. 10 метров. Шасси убираются. Полсотни метров, скорость 300. 100 метров. Да. Да, самолет пустой. Набирает такой вертикальный. Почти 20 метров. Высота 120 эшелон, перепады и высота в двух кабинах, согласно программе. Приняли. Руководство аэропорта Пиза поставило именно для нашего типа самолета условие, что посадка, как здесь нарисована, на полосу 0,4. А взлетать надо в противоположном направлении, полосы 22. Поэтому для нас задача внимательно смотреть за ветром и принимать правильные решения. 150 метров. Удаление 150. Удаление 3. Фары посадочные? Фары посадочные. 40 метров оценка. Идем визуально. Решение. 120 метров решение. Садимся. Высота 100. Прибрали. Удаление 2 километра. 90 метров. 80. 70. 60. 60. Минимум, минимум. Полсотни удаления километров. 45. 40. Прибрали. Прибрали. 35. БМГ. 30. 25. АБ. 20. 18. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Полтора. Метр. Полметра. Скорость 230. Ноль. Реверс. 220. 210. 200. 190, 180, 170, 160, 150, максимально 140 километров. 140 километров. Хорошо. 130. 120. 110. Стояночка. Ух ты! Вот это я отвык. Слева готов. Выключаю генератор из борта. Все готовы? Да-да. Снят из борта генератор. В борту двигатели охлаждены. Выключаю. Выключаю.
разбор проводим. Можно. Замечание по работе матчасти, работе экипажа, радиста. Можно ПМР. Нет замечания. Не инженер. У инженера замечаний нет, 24 тонны остаток. Принято. 24 тонны написали. Навигатор. 24 тонны взлетели. В 17.20, через час 25 приземлились. 18.45. Час 25, километров 1005. Справа. Замещения нет. Слева тоже нет. Значит, предполагаемая заправка 80 тонн будет. Предполагаемо. Сейчас узнаем, сколько груза, сколько всего. Вылет на 7 часов будем. Все. Выключаем войска монитор. Подожди, все. Сейчас Кирилл. Кирилл, дай мне ветер. Прилетели. В аэропорту тишина, только мы шумим. Это пока работает ВСУ. Пизанской башни не видно. Зато могу предположить, что вот этот наш груз стоит. Вот. Ну что, самолет хороший. Так что я надеюсь полетать красиво и непринужденно. Все. Так что завтра везем груз на ВАИ через Баку. Далее будем.